Оксана Фандера отдает предпочтение естественному старине, без пластики и всевозможных украшательств. Для поклонников знаменитой одесситки стал открытием и тот факт, что Фандера решил не закрашивать седину, невестка Олега Янковского пояснила поклонникам свое решение. Седина – напоминание о трудном периоде жизни, который еще больше сплотил нас с Филиппом. «Я посидела от переживаний, когда мы боролись за жизнь мужа», – рассказала Оксана. Новый снимок пары, однако, пришелся по душе далеко не всем поклонникам актеров. «Оксан, зачем вы себя искусственно старите? Еще успеете стать бабушкой? Вы были такой красивой женщиной. Зачем себя портить так? Филипп такой худой». Будто резко на 10 лет состарились. Вроде не старые еще, а уже полностью вжились в роль стариков. Зачем? Пишут пользователи сети под снимками знаменитой пары. А что скажете вы?